Извините, конечно, только после этого я начал вас уважать. После чего? А, после голода 40 дней. Но я уже как-то, как, знаете, многие вещи я просто-напросто уже забыл. То, что вы там спрашиваете о сыроедении, о вегетарианстве, о закаливании и прочем-прочем. Я прошел и уже как-то, знаете, она потеряла свои эти самые для меня. Ну, короче, подзабыл, потом думаю, что-то говорят, да я что-то вспоминаю. Большой молодец, все показывается на личном примере, а не теория на диване. Ну, естественно, понимаете, если была бы теория на диване, ну, что я мог сказать такого, что вы где-то не могли прочитать. Кстати, многие вещи сейчас интернет берет из моих вот этих вот книг, учебников там, и уже туда пишет, внедряет под своим там соусом, правда. Большое спасибо про яблоки. Про яблоки было то, что женщина недельку посадила на них в целях там почистить. И в результате вот с учетом того, что я рассказывал, она перевозбудила жизненный принцип ветра. И он, понимаете, он перевозбудился, и его надо, как бы сказать, как древние говорили, усмирить, привести в норму. Она не знает, как это делать. Она вообще не знает, что такое есть. А он, понимаете, бушует и делает. А вот я бы хотел, чтобы она сделала мои рекомендации, которые я сдал, простые, теплую ванну. Еще очень хорошо выстругать вот такую вот свечечку из сливочного масла, заморозить ее в холодильнике и ввести в прямую кишку на ночь. Что делается? Вот эта вот сухость, которая имеется в прямой кишке и создает запор, она как раз, кстати, от этого ломит спину там и прочие вещи там возникают неприятные. Она увлажнится, смягчится, этот запор сам исчезнет, и многие боли могут пройти. И поясницу надо натирать оливковым маслом, потому что там жизненный принцип ветра, он сосредоточен. Спасибо за книги.